Всем привет! В этом видео я научу вас, как вязать вот такой очень красивый, нежный шарфик крючком. Если у вас мало опыта вязания, то не переживайте. Я буду показывать очень медленно и вместе у нас с вами все получится. Да и сам узор очень простой. Скоро вы в этом убедитесь сами. В ширину шарфик у меня получился 22 сантиметра, а в длину 122 сантиметра. Если вас устраивает данная ширина, то можете набирать количество петель такое же, как и у меня. В дальнейшем я покажу, как рассчитывать петли и как сделать шарфик, если вы хотите пошире. Вообще, существует таблица, Сейчас она появится у вас на экране, где показаны размеры шарфов в один и в два оборота. И по этой таблице всегда можно вязать. Она есть в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Ссылочки на группы, как всегда, вы найдете в описании к данному видео. Ну а вязала я из пряжи лето. Вот она. Очень люблю данную пряжу. Она мягкая, в составе 75 процентов это хлопок и 25 микрофибра. В 50 граммах мотка 350 метров. А вязала я в две нити. Одна нить у меня розового цвета, одна нить белого цвета. Вот мои моточки. Посмотрите, белая пряжа и розовая. На шарфик всего ушло полтора мотка розового цвета и полтора мотка белого цвета. В итоге шарфик получается более объемный, когда мы вяжем в две нити. Но не такой интенсивно розовый, потому что я добавила белую пряжу. Но вообще можно вязать и в одну нить. Возьмите ту пряжу, которая вам нравится, и вяжите вместе со мной. Как я уже сказал, я вязала в две нити. Крючок у меня на 2,75 миллиметра. Давайте поглядим на схему, из которой мы будем вязать. Вот она схема. Я ее также выложу в группу ВКонтакте в Одноклассники, в альбомы схема, чтобы вы всегда могли ее скачать и в дальнейшем уже по ней вязать. Давайте разберем данную схему. Вот поглядите, фигурной скобкой обозначен рапорт, это 16 петель, которые будут повторяться. Я взяла два рапорта, то есть два раза по 16 петель набрала. Затем нам нужно еще будет набрать вот здесь с одной стороны петли и со второй это 17 петель. В общем, в моем шарфе всего 49 воздушных петель. Вяжем первый ряд. В начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема. И здесь в крайнюю петлю провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Затем отсчитываем 1, 2, 3. Провязываем столбик без накида. Одна воздушная петля. Снизу пропускаем петлю. И в следующий вяжем столбик без накида. Раз, два, 3 в третью петлю провязываем, 5 столбиков с одним накидом. Опять отсчитываем. 1 2 3 в третью петлю провязываем столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида. Снизу здесь не забывайте пропускать. 1 2 3 в третью петлю 5 столбиков. С одним накидом. Раз, два, три. Столбик без накида. Воздушная петля. Столбик без накида. И так далее вяжем до конца. Здесь у нас столбик без накида. Раз, два, три. В третью крайнюю петлю провязываем. Три столбика с одним накидом. Вот такой первый ряд. Ну что, приступаем. Вначале делаем первую рабочую петлю

15. 16. Вот. Это рапорт у нашего узора. 16 воздушных петель. Я наберу еще раз 16 воздушных петель. Уже не буду считать. Поверьте, там будет ровно 16 воздушных петель. Так. Если вы хотите шарфик пошире, чем у меня то наберите три раза по 16 воздушных петель. Вот, я набрала, но не забываем, нужно нам сделать еще 17 петель, чтобы узор у нас получился. То есть я набрала два раза по 16 и один раз 17 воздушных петель. Вот так, не торопясь, набираем нужное количество петель. И следите, чтобы вас никто не отвлекал, чтобы набрали ровно 49 воздушных петель. Итак, я набрала сейчас 48 воздушных петель. Мне осталось еще всего одну петлю набрать. Вот она пальцем ее. Вот так. Фиксируем. Потому что в нее будем вязать. Эта петля очень нам важна. А теперь приступаем к первому ряду. Делаем три воздушные петли подъема. Раз. Два. Три. А вот ту петлю, видите, я до сих пор держу. Теперь накид и в отмеченную петлю, 49 она у меня, завожу крючок и провязываю столбик с одним накидом. И еще раз. Накид в эту же петлю, завожу крючок и провязываю второй столбик с одним накидом. Все. Далее. Отсчитываем третью петлю. Раз, два, три. Завожу в нее крючок и провязываю столбик без накида. Одна воздушная петля. Снизу также петельку пропускаю. И в следующую провязываю столбик. Без накида. Так. Накид. Отсчитываем третью петлю. Раз, два, три. В третью петлю завожу крючок и провязываю пять столбиков с одним накидом. Первый столбик готов. Накид, завожу крючок в эту же петлю, провязываю второй столбик с одним накидом. Накид, третий столбик с одним накидом. И еще два столбика. Накид, четвертый столбик с одним накидом. Накид, пятый столбик с одним накидом все. Теперь отсчитываем. Раз, два, три. В третью петлю провязываем столбик без накида. Одна воздушная петля. Отсчитываем. Одну петлю пропустили. Один, два. Во вторую петлю столбик без накида. И так вяжется весь ряд мы чередуем 5 столбиков с одним накидом. Вот они. Накид отсчитываем. Раз, два, три. В третью петлю завожу крючок и провязываю 5 столбиков с одним накидом. Не торопимся. Главное, чтобы все получилось, а вязание доставляло нам удовольствие. Второй столбик с одним накидом все вяжем в одну петлю. Третий столбик с накидом. Четвертый и пятый столбик с одним накидом. Вот. Теперь отсчитываем третью воздушную петлю. Один, два, три. Заводим крючок, провязываем столбик без накида. Одна воздушная петелька, пропускаем одну петлю снизу. И во вторую петлю заводим крючок, провязываем столбик без накида. Накид. Отсчитываем третью петлю. Раз, два, три. Заводим в нее крючок и провязываем 5 столбиков с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. Третий столбик с одним накидом. И еще два столбика в эту же петлю. Накид. Вот здесь можно захватить снизу еще одну нить, чтобы у нас не получилось дырочки из воздушной петельки. Все, 5 столбиков с одним накидом. Провязали. Полюбуйтесь. Далее. Раз, два, 3. В третью петлю провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля. Отсчитываем. 1, 2. Во вторую петлю провязываем столбик без накида. И опять накид. 1, 2, 3. В третью петлю 5 столбиков с одним накидом. Очень простой ряд. И мы с вами с ним почти справились. Так, четыре столбика с одним накидом, и вот пятый столбик я провязываю, захватываю еще одну нить, чтобы у нас воздушная петля не вытягивалась и не образовывалась дырочка. Вот, вот сейчас аккуратно. Находим третью воздушную петлю, в нее провязываем столбик без накида, воздушная петля. 1, 2, во вторую петлю столбик без накида. Накид, 1, 2, 3, в третью петлю опять провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. А при вязании пятого столбика накид я захватываю еще одну нить. Пять. Вот. Почти ряд довязан. Раз, два, три столбик без накида. Одна воздушная петля. Посмотрите, как аккуратно получается у нас вязание. Итак, одна воздушная петля, раз, два, во вторую петлю столбик без накида, и все, раз, два, три, должно быть три петли, проверьте. Накид в крайнюю третью петлю провязываем всего три столбика с одним накидом, один, Два. Три. Вот так три столбика с одним накидом. Первый ряд у нас готов. Давайте полюбуемся, какой он получился. И разберем еще один ряд. Давайте вернемся к схеме. Итак, второй ряд. 3 воздушные петли подъема. Затем, начиная со второго столбика, провязываем 4 столбика с одним накидом. Вот. 3 воздушные петли. И в серединку, это третий столбик из 5, провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. И начиная с воздушной петельки, провязываем в каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Всего их 9. Так. Вот под воздушной петелькой провязали столбик с накидом. 3 воздушные петли. В третий столбик провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Опять столбик без накида пропускаем. Начинаем с воздушной петельки. И провязываем 5 столбиков с одним накидом. Финальный столбик в третью воздушную петлю подъема. Итак, раз, два, три. Три воздушные петли подъема и поворачиваем наше вязание. Вот, находим воздушную петельку, нам она очень сейчас пригодится. Итак, накид, находим сначала второй столбик из трех Заводим за обе стенки крючок не в петлю, а прям за две стеночки. И провязываем столбик с накидом. Накид в третий столбик также провязываем столбик с накидом. Так. Накид находим столбик без накида. Заводим крючок также за обе стенки. Провязываем столбик с накидом. Накид и под воздушной петелькой. Столбик с накидом. Вот здесь мы останавливаемся на воздушной петельке. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим наши 5 столбиков. Накид отсчитываем. Раз, два, три. В третий столбик также за обе стенки. Всегда за обе стенки вяжите. Провязываем столбик с одним накидом. И еще три воздушные петли. Один, два, три. Опять снизу нам нужно будет найти воздушную петельку. Вот она, воздушная петелька. С нее мы начнем вязать. Делаем накид, заводим крючок под воздушную петлю и начиная с нее провязываем столбик с накидом. Накид, в вершинку столбика без накида провязываем столбик с накидом. Затем в каждый столбик первого ряда провязываем по одному столбику с одним Накидом. Не торопимся. Накид. Крючок заводим за обе стенки. Так. Провязываем в каждую вершинку столбика с накидом. Вот. Теперь находим столбик без накида. В его вершинку также провязываем столбик с накидом и под воздушной петелькой один столбик с одним накидом. Все. Остановились. Далее делаем 3 воздушные петли, вот как здесь. 3 воздушные петельки. Один, два, три. Накид. Отсчитываем третий столбик. Раз, два, три. Вот он, прям посерединке находится. Заводим в него крючок, провязываем столбик с одним накидом. И еще три воздушные петли. Один, два, три. Находим опять воздушную петельку, Именно с нее мы начинаем вязание. Накид под воздушной петелькой. Провязываем первый столбик с накидом. А затем еще 8 столбиков до следующей воздушной петельки. Накид. Заводим крючок в вершинку столбика без накида. Провязываем столбик с накидом. Накид. И еще 5 столбиков. С одним накидом по одному столбику в каждую петлю, в каждую вершинку столбика предыдущего ряда. Так. Провязываем. Находим столбик без накида. В его вершинку также провязываем столбик с накидом накид, и вот она наша воздушная петелька. Под ней столбик с накидом. Три воздушные петли. Раз, два, три. Накид, отсчитываем третью петлю из пяти, третий столбик, провязываем там столбик с накидом и еще раз три воздушные петли. Посмотрите, Немножко вот так выгибается вязание объемное. Так и должно быть, не переживайте. Итак, 3 воздушные петли находим воздушную петельку в первом ряду. Накид провязываем там столбик с накидом. Затем один столбик с накидом в вершинке, столбика без накида. И еще три столбика с одним накидом в первую вершинку. Накид во вторую вершинку, а финальный столбик с накидом провязываем в третью воздушную петлю подъема. Раз, два, три. Вот она, третья воздушная петля подъема. В нее провязываем столбик с накидом. Все. Второй ряд у нас с вами также готов. Ну а продолжим вязание этого чудесного шарфика мы в следующей части. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!